Друзья, снова всех приветствую. Сегодня у нас на обзоре новое поступление. Тракторный прицеп 2PTS4, который находится в отличном состоянии. Сейчас я вам его покажу более подробно. Так, вот такой вот прицеп поступил на продажу. На поворотном кругу. Борта металлические, ровные. Резина с жирным остатком протектора. Это колесо более бэушное. Все остальные в идеальном состоянии, рама ровненькая, нигде не гнутая. Баллон тоже с таким вот жирным остатком протектора. Цилиндр, гидравлик, все это работает. Проверяли. Полы нигде не гнилые, не дырявые. Здесь также борт ровный. Еще колесо. Здесь рама также в отличном состоянии. И непосредственно четвертое колесо также с жирным остатком протектора. Кузов, как я и говорю, без дыр, можно использовать под любой материал. Борта, причем высокие, увеличенные, отлично подойдет для любых целей, будь то зерно, песок, щебень и так далее.